Сегодня просто ярчайшее солнце. Снимать можно только через панно вот это, потому что ну просто щипит глаза. Настоящее весеннее солнце. Просто ну вообще очень красиво, очень ярко, очень тепло. Вот сейчас немножко так наведу. Животворящий крест. Вот так он выглядит. Он выглядит не как крест христианский, конечно же, где пытают человека. Дорогие мои, в это сложное время, в очень тяжелое время, меня заваливают разными вопросами про санкции. Я должна вам сказать, что когда мне пишут украинцы о том, что вот ваши тут солдаты лежат, трупы воняют, вывозить будете в мешках, а то они завоняли мою родину и так далее. Ну и на фоне этого есть еще письма про санкции, да, они смотрятся вообще как будто разным совсем, о том, что, ну так скажем, да, несопоставима жизнь человека и санкции какие-либо, да, это несопоставимые вещи, вы же это понимаете. Но я хочу ответить тем и другим, тем, кто насчет трупов я уже отвечала. Я не желаю смерти никому, я хочу сказать, что все те, кто желают кому-либо смерти, эту смерть и обретут. Все те, кто мне пишут с угрозами, найдут беду, потому что это закономерность. Вы не имеете права открывать рот и желать смерти кому-либо. Вы на это не, понимаете, не уполномочены, так скажем. Теперь к санкциям. К неудобной правде. У меня уже есть конференции, люди никому не нужны. Можете поискать, если не удалят, как и многие другие. У меня блокировали многие видео. И вы знаете, я хочу сказать. Простые люди, которые никак не связаны с глобальными финансовыми потоками, эти санкции ощутят лишь слегка. Никак сильно не ощутят, потому что я считаю, что это шанс России сделать качественные товары, многие, которые мы из-за границы получали. Сделать многие вещи, которых у нас не было, которые мы, так скажем, употребляли и получали из других стран, и эти страны, соответственно, жили на эти деньги. Мы это можем сделать самостоятельно. У нас глобализм. Мы этим не занимались никогда самостоятельно, потому что, ну, было так принято определенные экономические вещи, что это выгодно для обоих стран, когда одна страна производит то, что ей удобно производить, вторая страна потребляет и платит за это деньги, причем немалые. Российский рынок – это огромный рынок. Страны, которые, так скажем, сделали санкции России, они пострадают однозначно. Это просто однозначно. Так скажем, когда я изучала политологию, эти вещи очень очевидны. Для тех, кто далек от этой темы, наверное, не очевидны. Что же касается меня, то я хочу вам сказать, я никогда не любила летать за границу. Не летала туда. Всегда удивлялись, как-то там Алена, да, никуда не летает. Я люблю Россию, мне хорошо здесь. Если я отдыхаю, те краткие дни, которые я отдыхаю здесь, в России. И мне совершенно плевать, что кто-то там закрыл небо, мне куда-то лететь, да? Ну, мне туда и не надо, мне хорошо здесь. И я думаю, большинство россиян, которые раньше летали, тоже как-то переживут без этих полетов. Вот туризм, конечно, который кормили россияне, и россияне имеют такое свойство, к сожалению, тратить огромное количество денег на отдых, больше, чем на свое развитие. Конечно, индустрия туристическая во всех странах очень пострадает, это однозначно. Если, конечно, они вовремя не одумаются и санкции не снимут. Так что санкций бояться не надо. Поэтому писать мне о том, что Россия сдохнет, Россия там не сможет жить, ей там такие санкции сделали и так далее, мне тоже не надо. Потому что вы показываете свое невежество и тупость. Да, конечно, первое время, когда что-то происходит, мы всегда это ощущаем, мы всегда этого боимся. Помните, как начиналась пандемия, нас всех закрыли дома, и как это было тревожно и опасно. Да, это действительно так. Я хочу вас попросить всех, главное, берегите свои нервы. Потому что нервная система, она управляет всеми, так скажем, органами в организме, да, вот так вот. И нервная система сейчас важна качественная и хорошая, чтобы она качественно управляла. Поэтому обязательно на это обратите внимание. Я бы порекомендовала такой препарат, как лецитин, магний В6, дигидрокверцетин, коэнзим Q10.
Вот, если не знаете точное название, то есть по видео не понимаете, можете написать директ, и помощники вас, так скажем, по ссылочке сопроводят, где это в Здравнице Полынь можно приобрести. Вот, поэтому я вам всем хочу сказать, давайте жить в мире. Давайте не писать то, о чем вы не видите, не понимаете и не знаете. Ну, потому что это большая глупость, которую только можно сделать. Не пишите мне про санкции и про убийство российских солдат. Ну, не пишите, не злите меня. Если я начну тревожиться и гневаться, а я уже начинаю гневаться, тогда наступит действительно беда.